Всем привет! Добро пожаловать на канал вкусных рецептов Food.fm. Сегодня мы с вами будем готовить десерт «Шоколадная колбаска». Готовится она очень легко и просто. Для начала мы берем печенье и измельчаем его. Затем берем какао, смешиваем с сахаром. Добавляем молоко и сливочное масло. Отправляем в микроволновку или на водяную баню. Далее полученную смесь смешиваем с печеньем. Хорошенько все перемешиваем. Выкладываем полученную смесь на пищевую пленку. Формируем нашу колбаску. Отправляем в морозилку на 30 минут. Спустя 30 минут наш вкуснейший десерт готов. Готовится очень легко и просто, а главное, получается очень вкусно. Всем приятного чаепития! Не забудьте подписаться на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока!